Приветствую вас на своем канале. Хочу с вами поделиться радостью. Мне муж помог сделать вот такой приставной столик к моей швейной машинке. Этот столик сделали из пенополистирола. Его используют для утепления стен с наружной стороны. Но все-таки тяжелые вещи желательно на него не ставить. Этот лист продается размерами 120 на 60 см и высотой 5 см. Сперва нужно сделать лекало для своего столика. Для этого под машинку подлаживаем лист бумаги, а лучше кордонку, и обводим машинку по контуру, там где хотим, чтобы машинка прилегала к столику. После этого делаю контрольные замеры, чтобы проверить, правильно ли перевела контур швейной машинки. Если нужно, поправляю разметку. Для этого проверяем длину и ширину рукава машинки, а также глубину размещения этого рукава. Также проверяю ширину швейной машинки. Это можно сделать, как у меня, по съемной детали. Или просто переверните свою швейную машинку и замерьте ее ширину. После того, как поправили своеобразное лекало, вырезаем. Вырезанную заготовку прикладываем к швейной машинке и проверяем, чтобы она хорошо прилегала. Если надо, поправляем. Лучше все-таки делайте ее из картона, будет удобней. Прикладываем наше лекало к пенополистиролу и переводим. Также делаем желательную разметку длины и ширины нашего столика. После этого отрезаем все лишнее с помощью канцелярского ножа. Вот посмотрите, как хорошо стала верхняя часть столика. После этого начинаем делать ножки. К столешнице столика добавляем еще и ножки, чтобы он стал вровень с нашей машинкой. С остатков материала муж вырезал вот такие ножки. Они высотой получились 3 сантиметра. Общая высота столика получается 8 сантиметров. Сперва обклеиваю углы клеевой пленкой. После этого начали обклеивать стол. Хорошо нужно прижимать и разравнивать клеевую пленку, потому что она плохо пристает. После этого приступила к обклеиванию той части, где будет вставляться наша швейная машинка. Таким же самым способом обклеила ножки. На одну ножку мне немного не хватило клеевой пленки. Вместо нее я наклеила скотч. В самом конце приклеиваю ножки. Делаю это с помощью монтажного клея. И оставила сохнуть столик на ночь. Вот посмотрите, какой красивый и с большой рабочей поверхностью столик получился. На нем будет удобно шить большие изделия или делать стежку. Вот так он выглядит снизу. Посмотрите, как он легко приставляется к швейной машинке и полностью соприкасается с ней. На уровне игольной пластины плавный переход, без всяких ступенек. Если посмотреть ближе, зазоров между швейной машинкой и приставным столом нету. Большое спасибо мужу, что помог мне его сделать. Надеюсь, мое видео будет вам полезным. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень рада.